Допустим, мы хотим построить регрессионную модель для прогнозирования доверия респондентов в законодательной системе в зависимости от их доверия политикам и национальному парламенту. Причем эту модель мы хотим построить для жителей России на данных 2012 года. Первым шагом мы отбираем жителей России среди всех европейских респондентов. Поскольку переменные country стринговые, то есть закодированы текстом, мы должны использовать кавычки. Далее, прежде чем приступить к самой регрессии, необходимо проверить, насколько располагаемые данные подходят для ее проведения и могут дать точную прогностическую модель. Прежде всего, надо убедиться в том, что используемые переменные относятся к интервальному типу шкалы или выше. В оригинальном виде интересующие нас переменные группы Trust закодированы, точнее помечены типом шкалы Ordinal. Однако все они, являясь исходно-порядковыми шкалами, имеют много градаций, 11, и при этом выражают степень выраженности некоторого свойства. И таким образом, согласно изысканиям Терстоуна и прочих психофизиологов, мы можем считать эти шкалы относящимися к типу шкалы Scale, интервальный тип и выше. Или можно назвать их псевдоинтервальными. Таким образом, по типу шкалы наши переменные проходят. Второе условие – мы должны определить, насколько симметрично относительно среднего арифметического распределены интересующие нас переменные. Запускаем Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Все три переменные помещаем в Dependent List. Нажимаем Plots, вводим гистограмму вместо Stem and Leaf. Также тест на нормальность не повредит. Continue, OK. Все три переменные ненормальные по тесту Колмогорова-Смирнова, поскольку мы видим в столбце Significance, что уровень значимости у всех меньше 0,05, то есть нулевая гипотеза отклоняется, а нулевая гипотеза здесь в том состоит, что нет отклонения эмпирических распределений от эталонного нормального. Мы отклонили нулевую гипотезу, следовательно, говорим, что на доверительном интервале